Всем привет, с вами Матвей Оксана, город Ангарск, Иркутская область, сегодня 26 октября 2021 года. Я нахожусь в теплице 4/8, которую я отдала под виноград полностью. Здесь у меня саженцы, которые были высажены в прошлом году в осень. То есть молодые саженцы, и вот я их укрывала, и сейчас также буду их укрывать, потому что зима была не настолько сильно морозной, чтобы в способе этом быть уверенной, да. Минус 45 и минус 50 у нас не было в прошлую зиму. Но вот такое укрытие, вот такие ящички. То есть я сам саженец обматывала вот такой тряпкой обыкновенной, тонкой. На него трубы я, кстати, не закрываю. Вообще бесполезное занятие. И вот так вот делала коробочки вот такие у меня. И дарнит. Дарнит, правда, у меня в прошлом году был сверху всего, потому что мне муж подарил его зимой на 23 февраля. И поэтому он как бы роли тогда не играл, а сейчас я сделаю как бы более-менее как мне надо. То есть вот будет коробочка, дарнит и будет слой либо опилок, либо стружки. Посмотрю, что там у меня сейчас осталось. И вот где вот эти ящички, да, вот эти с дырочками, я... как бы побольше. Получилось у меня два слоя мешков было именно на них. То есть укрываем саму траншейку тоже, потому что там уже корни, да, проросли везде, они уже распространились. И в прошлом году я также укрывала всю траншейку, несмотря на то, что саженцы были совсем малепусенькие, совсем маленькие. Укрывала это все полностью. Сейчас у меня здесь 7 кустов уже получается. Будут второй раз зимовать. И 4 кустика первый раз зимовать, но они очень слабенькие. Очень слабенькие, вот серединки я еще их посадила. Особо на них я не рассчитываю. Вот мешочки сейчас еще разложу с опилками, и на этом, наверное, все. Дарнит, чем мне не понравился, что вот при намокании, да, вот, например, вот капли, да, упали какие-то, конденсат, капли, они примерзнут. И пока они не оттают, оторвать их просто невозможно. То есть при раскрытии весной, скорее всего, это будет постепенно. И будем ждать, пока они все оттают. И потом только будем открывать. Вот только этим мне не нравится дарнит. А так хороший материал, приятный на ощупь, легкий. Как бы укрытие легкое. Ну, буду экспериментировать дальше. Пока я ничего не советую. Вот в опилках, да, я уверена. В таком укрытии пока нет. Все, всем пока.